Да. Чё? Давай еще камеру вырублю просто. Давай. Выключи на камеру. Иди сейчас выруби, блядь. Сейчас выруби там этот. Здорово, пацаны, здорово. Ты дурак! А, блядь. Это ты. Ку-ку-ку, здорово, здорово, пацаны, здорово. Засохли, бог. Бля, все, я пошел на холод. Ванек, все, я врубаю. Все, я врубилась еще. Тебя в отражении видно, дебил. Строго тебя в отражении видно. В стекле! Так я еще не врубил, блядь. Да тебя видно, Ванек! Все, теперь не видно. А что так? А, Диман! Димас! Компьютер лагает, пиздец! Здорово, пацаны. Подрал Арину, да. Как квест, охуенные пацаны. Только, бля, что-то вообще все хуево, все болит нахуй. Здорово, Рарсат, братан. Заболел? Да я не знаю, а что мне с голосом? Я не знаю, я только встал просто. Хоксон, здорово. Егор Крид приедет к вам? Да, пацаны, блядь. Когда мафия? Хороший вопрос, братан. Слипзов, здорово, братан. Ку-ку-ку, здорово, здорово, как будто бухал всю ночь. Не, пацаны, просто из-за того, что я спал часов 7, наверное. Хокстон, йоу, еще раз, братан, квит, здорово. Сколько будешь на хате? Да все же, пацаны, скоро улетаем. Там сзади голые. Да они не голые, да не купаются даже, в этом ничего не будет. Сейчас, одну секунду, я зайду в Donation Alerts. Donation Alerts. Че, пацаны, рассказывайте, вопросы задавайте, вопросы очень крутые, давай. На заднем плане? Это Диман. Че, Сыринян? Что, Сыринян? День рождения сегодня. Да, мы все едем. Как прошла ночь? Охуенно прошла. Да, это нормально, просто все четко. Че, отражение, бля, вообще пиздить? Никого нет. Они все с той стороны. Да если даже так будет, похуй еще. Там строго в трусах он, блядь. Да похуй, чуваки, это они купаются нормально, все, они загорают, блядь. Будет квест, и будете снимать. Во-первых, уже квест мы прошли, и снимать там нельзя, братан. Друг, какие планы на стрим в целом? Что планируете? Я хочу постримить час где-то, и все. Час, и мы все уходим. Рефокси, здорово. И потом нам нужно всем уехать к Рейкады. Короче, видите, все. Там будет, я не знаю, сколько будет Слава там стримить, но он будет там очень много времени стримить. Ты даже не испугался, я испугался. Ты, блядь, блядь, искупаюсь чуть позже. Ебой, кайф. Что подарить Арине? Нет смысла говорить, пацаны. Во-первых, потому что если я скажу, то вы просто все расскажете. А строго будет сегодня стримить, без понятия, чуваки. Я не знаю, сколько Слава там будет стримить, но
Там будет очень много стримить. Да, он там будет очень много стримить. Вы сейчас сказали, что весь день, full день стрим будет. Да, завтра он, скорее всего... Ой, сегодня, точнее, скорее всего, Слава будет сразу же, как мы приедем, сразу запустит и сидеть до ночи. Блять, Тагил говорит. Карабусь, подари себя в коробке. Жестко, братан. Кто встал уже? Я встал, братан. Когда ром-тур, я устал ждать. Ждите у Славы бустера. Типа, мы никто делать это не будем, наверное. Когда в Рузаевку, братан? Когда захочу, блин, нормально? Да скоро, скоро, пацаны. Уже вообще очень скоро. Будет стрим в бассейне? Не знаю. Не на этой хате будет стрим Славы? Нет. Мы уедем к Пашке Рикиди. Иди купаться пока с нами. Я пойду купаться чуть попозже, пацаны. Я только встал, мне... Надо чуть-чуть постримить. Как в доме сейчас с тобой? Как что сейчас в доме с тобой? Илюха спит. Димас. Так, Илюха, Димас. Ну, Илюха спит, и Димас там купается. Самурай купается, и Ваня купается. Все. Устрогаща стрим из Басика. Класс. Ты хоть не расстроился из-за того, что... С Ариной мало общаешься. Мы много общаемся с Ариной, пацаны. Го мыльную мочалку посмотрим. Что в ЦУМе купили? В ЦУМе мы купили, блядь, ничего мы не купили, но. Кто такой самурай? Хороший очень вопрос, хуй знает. Заболел? Нет, просто голос такой из-за того, что ты только встал. Минут 15 назад. Эвилон 20.00 будет стримить. Он говорил, что бустер... Да, он до 20.00. Слава будет до 20.00, чтобы Вадя постримить успел. Как идея по... Бля, не вижу, братан, вылетело. Иди с пацанами купайся, пацаны, я искупаюсь, не сойти. Сколько будет хата? Что это за вопрос? Что означает, сколько будет хата? В басике кто-то летает. Да там, блядь, летчики ищите. Кто там в басике мяч кидает? Димас, наверное, строго. Промокод будет? Какой промокод, братан? Хуй знает, кто это, но футболка не его стоит 100 штук. Ну, это да, блин. У самурая футболка, которая стоит 100 тысяч рублей. Каравай, как квест, охуенный. Я знаю, где вы живете. Класс, красава, братан. Да, мы едем сегодня к Рикиди. Сколько еще у МСК? Ну, не знаю пока что, пацаны, честно. Самурай, мажорчик маленький. Плюс-минус. Каравачка, я тебя люблю, я вас тоже, пацаны, обожаю, нахуй. Бля, ебать, что-то я спать хочу, если честно, нахуй, я хуй знает. Мы так мало поспали, все вообще, я ебал. Я не знаю, кто, блядь, как, но... Бля, мы вообще не спали просто, я не знаю. Бля, мы просто вчера два квеста шли, короче. Я просто второй квест не пошел, потому что я что-то заебался, я думал, я сдохну, если пойду. Надо было все-таки идти, потому что там второй квест вообще еще лучше был, поэтому, бля... Короче, проебался. Ну, бля, ну это было охуенно. А как в целом ощущение от Москвы? Пиздатое ощущение от Москвы. Сколько весит самурай? Без понятия, братан. Я такой информацией не владею. Бать, собираешь поступать в универ? Уже там, братан. В шараге. А кто на второй пошел? 49 килограмм он весит, он пишет, чуваки. Они лучше меня знают. Здорово, братик. Здорово, пацаны. Йоу, ассап. Кра, передай строго, что он долбоеб. Хорошо. Сейчас спите, у вас же вечер разве будет. Братан, у нас разве будет через час, мы через час должны уже выехать из дома. Какие планы на сегодня, завтра? Братан, на сегодня поехать к Рикиди на день рождения Карине, а завтра я хуй знает. Завтра уже много просто уезжает людей, и поэтому непонятно, кто во сколько приедет, и вообще будут ли приезжать по школу, вот. Но сегодня 100% все приедут, то что у Арине день рождения. Кстати, надо Наташе написать. Наташа, ты... Так, все, я спросил, кто что я хотел. Как дела, братан? Все, охуительно, бля. Строго сейчас в бассейне, красава. Почему бустер не выпускает видосы каждый день, как обещал? Потому что он их не записывает. Какой у тебя средний балл в школе? А я не знаю, братан, честно. 3.80, наверное, было. По-моему, 3.80, что такое. Смотри, не подаришь. Да, пацаны, я сейчас просто на стриме вам скажу, что я подарю. Там будет все, пацаны, вы все увидите, чуваки. Во сколько кабашку едете? Да это не имеет значения, чуваки. Что на заднем плане, в сумке деньги?
какие сумки? Чё, блин? Какой сумки, блин? Я чё вообще дал? Какой сумки, блин? Вот этой? Это мусор, блин. У нас пиздец не убрано. Надо клининку убирать. Пацаны, у вас не лагает? Просто у меня компьютер жесть лагает. Я не понимаю, у меня лагает, не лагает. Он вообще просто не работает, как будто компьютер. Он все виснет, все лагает. Нет, норм, норм, норм. Заебись, пацаны. Чё, как у вас дела вообще, пацаны? Сегодня, вот сегодня, заходите к бустеру где-то в час, в два на стрим. Вот там будет заебись. Сейчас просто я базарю, просто чтобы, не знаю, рассказать, что произошло вообще за эти дни. В общем, короче, вчера мы, что мы делали? Ебать, что у меня с ногами, как же мне не болят? Вчера у нас было, короче, такая тема, да? Ходили мы на квест, ну, наверное, много узнают. Ну, короче, первый квест мы ходили, это было на самом деле не страшно, потому что просто нас 13 рил было, короче. Они просто хотели, наверное, больше бабок зарубить, хз. Потому что 13 рил это очень много для квеста, и там очень маленькие помещения. Типа, когда заходишь, ты просто 13 человек в одном помещении стоишь, и там помещение такое... Очень, вот такое примерно. Вот, типа, оно безумно маленькое, ты там стоишь 13 человек, и ты просто задыхаешься. Мы все были потные, жесть. Мне еще помыться надо, потому что я, блядь, вчера просто заснул фастом. Мне сейчас надо будет в бассейн скупаться. Они, правда, сейчас выйдут уже, ну, похуй, короче. Ну, хантик был на квесте, нет. Ну, короче, Арина вообще, она типа, постоянно первая куда-то шла там. Ну, короче, она вообще на яйцах, нахуй, была. Типа, она очень жестко, типа, это... Ходила, все дела, короче, вы поняли, да? Пойдет Valorant кто-нибудь? Да, братан, пошли, сейчас я залетаю, блядь, Valorant'ик запускаю. Помылся в бассейне, как вы? Будет ли стримы у тебя после фрикауса, братан? А мне всегда будут... Блядь, что несу, нахуй? Каждый день в 3 часа, нахуй, когда стрикта кауса приезжаю, в каждый день в 3 часа я буду стримить. Как обычно. Тебя Арина вчера хвалила на стриме. Приятно, спасибо. Диман девочек пикапит. Пацаны, Диман, это вообще, бля, это вообще, это просто секс-символ, нахуй. Туда за тёлочкой, пыры-пыры. Ладно, шутка. Карабас, как там дела с Ариной? Всё охуенно, пацаны. Что скажешь про бустер в жизни? Бустер в жизни охуенные, пацаны. Типа, бля, в реальной жизни все охуенные, типа, бля, не знаю просто как это объяснить. Первый день вообще я не мог ничего, потому что, во-первых... В первый день, когда я вообще не был на стримах почти, я не спал, получается, смотрите. Я не спал 24 часа перед поездом, чтобы заснуть в поезде. Это, получается, 24 часа не спал. В поезде ехал 8 часов, поспал 1 час максимум. Потом я приехал сюда в 8 утра. 8 утра, 8 часов это я ехал, 8 утра еще я приехал. Это уже 24 плюс 8, это 34... 32 часа я не спал. Потом бустер запускает стрим где-то... В 6, в 7, в 8. Короче, не спал где-то 48 часов, нахуй. И я там уже просто не мог, пацаны, я потом просто ушел спать. Вы стримом поедете к Арине? Нет, пацаны. Да, Арина будет сегодня стримить, пацаны. Она, блин, кстати, если она врубится после меня, это было бы идеально. Я бы ее захостил сразу же. Король нового сезона чекал в форте? Нет, братан. А, да, чекал, наебал. Позови Натаху, а так она вообще дома, куда я позову? Я надеюсь, что Натаха заказала, что я просил у нее. Блядь, если она не заказала, то это будет хуёво. Карта не поле, она, кстати, да, мне там карточка сзади. Ты после 9-го ушёл? Нет, братан. Ой, ты пчёль, чё нет, да. Домой приезжаешь, распишешься. Неделю обещал. Братан, постараюсь. Презервативы заказал. Да. Бля, бать вопросы, нахуй. Домой приедешь, распишешься, неделю обещал. Да распишусь, братан. Где Аринян? Бля, дома у себя, сука. Светофорка, банк, Карабас. Как поспал сегодня? Охуенно, пацаны, поспал. Но просто я очень сонный, потому что... Сколько я спал? Часов... Так, это мы в 5 где-то заснули. Я 30 минут назад встал. 6 часов спал я где-то. Короче, ну нормально, не, нормально, вчера 4 вообще спал, когда Диман стримил. Арина с вами отвечать будет? Мне кажется, наоборот, мы с ней будем отвечать, короче, ну ладно, не важно. Ну, короче, все увидите, пацаны, ждите просто где-то часа-двух, и там Слава вам врубит стрим,
где будет жесткий контент, я так понял, там столько игр всяких, там, ой, там такой будет жесть, походу, я не знаю, там еще Арина будет, типа, то, что день рождения, она там будет справлять, я так понял. Кто больше всего отличается в жизни? Бля, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Вроде бы, в первый день вообще, типа, было некомфортно, вот сейчас вообще все, ну, типа, я не знаю, все хуйно общаются, типа, там, не знаю, я, типа, боялся, там, не знаю, общаться, там, с Генцухой, там, не знаю, с этим, блядь, с Юлей Байовой, там, с Вишенкой, бля, они просто охуенные все, блядь, бля, я не знаю, пацаны, но вот я не знаю, у Марка такая охуенная борода, пиздец, у этого, Гуакамоле, бля, у него такая охуенная бородка, пиздец, я тоже себе хочу бороду, бля, у него так это охуенно выглядит. Сука. Прям, блядь. Марк вообще топ, блядь. Не, в жизни, пацаны, вообще все просто топ. Они все общаются просто, блядь, охуительно. Капа Прайд. Не, пацаны, реально, в жизни... А? Я? Бля, там Диман голышом идет, блядь. Нет! Давай! Тебя еще видно было, ну похуй. На тебя видно было. Еще он загорал, пацаны. Диман, ты загорал? Нет. Ты дебил, скажи да. А, да. Блядь. Все, я врубаю. Ой, блядь, Диман, это просто... Здорово, пацаны. Рейта строго. Че, блядь? Выкладывай. Бля, надо сфоткаться со всеми, сука, надо. Блядь, надо со всеми сфоткаться. У меня ни одной фотки нет, которую можно в инсту выложить. Короче, надо сфоткаться. Надо с Ариной сфоткаться, короче. И со всеми вместе. Со Славой надо сфоткаться. С Диманом надо сфоткаться. Бля, я не... сука, надо сфоткаться со всеми. Карвай, привет, пиздец. Привет, пиздец. Рета строго, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, Ванечек. Спасибо. Стрим из бассейна. Нихуя себе. Рэд от строго, Рэд от строго. Да все, понял, вы заебали, блядь. Спасибо, Ванек. Пизда плюс пиздец. Согласен, согласен. Рэд от кокоса. Добавь ВК, братан. ВК не, бля, сори, братан. Зови строго. Ты сейчас они покупаются, они сами придут, чуваки. Как тебе слава в жизни? Охуенный чувак, пацаны. Как, блядь, и там, и тут, блядь. Ну, типа... Вот Слава сам меньше отличается. Он типа также орет, все типа делает, но, короче, он очень мало отличается от интернета. Он типа, ну, реально. Он типа там так же шутит, блядь, просто рыгает, там, не знаю. Ну, короче, типа. Ему вообще комфортно себя чувствует. Вот я, например, так бы не смог, нахуй. Просто, там, не знаю, встретить меня, там рыгать, ну, короче, я бы так не смог. Как ты? А ты вчера во сколько заснул? Вчера во сколько заснул? Ой, блядь. Все началось. Не, мы все, мы просто... Все, пошли актерские сейчас. Поплавали, вообще красиво. Смотри, пацаны, как компьютер лагает. Рекомендую утром спортом заниматься. Смотри, как компьютер лагает. Это нормально, это вообще пиздец. Это вот сейчас стрим не лагает, это комп. Ребят, всем здорово. Понял, у тебя трусы видно. Всем здорово. Рекомендую заниматься спортом каждое утро. Зарядка, неважно какая. Я в отражении с жопу видно. Это сразу, просто... Смотри, блядь, отойди нахуй, сэбэ. Да он в бассейн, что? Так он в бассейне. Так не, ну так, ладно, ну, пух, короче. Ну кровать, ну серьезно, это бассейн. Ты что, ты видел, какие стримы проводят? Субрай, ты понимаешь, что у тебя сзади отражение? Зачем он меня не открывает туда? Здорово, здорово, пацаны, здорово. Знаешь, жопа Ванька? Согласен. Жопа вообще секс у него. Ванька вообще хуёвая. У Димана тебя накачанная, да? Бля, Диман, ты чем? Ты брызгался, чем ты пахнет охуенно? Здорово, здорово. Блядь, мне, наверное, говном пахнет, надо помыться, сука. Я успел подрочить. Ой, блядь, Илюхин наушники, куда я хуярю, блядь? Так, вы ничего не видели. Если что-то сломалось, это не я. Как ты? Я охуенно. Как ты? Давай. Чё, блядь? Мне надо пойти. Да похуй, иди уже, блядь. Ну, так вот ты можешь пойти. Да не, он так. Ну, лучше потуши. Я тушу, готов? Потушил, побежал! Блядь, да беги, сука ты, блядь. Егор Шип, ёбаный. Всё, я врубаю, блядь. Оп, Диман уже здесь, нахуй. Ты когда бриться будешь? Или ты его не тут? Бриться, дома побрячься. Чего мы сегодня что делать будем в этом, Пашка? Шашлык. Шашлык?
Сашлык? Шашлик. Кровать, тату тебе на кисте предлагают набить. Спасибо. Как на другой раз. Здорово, здорово, ребят. Я тут или нет? Дима клоун. За что, блядь? Диман клоун? Я что-то красного носа здесь не увидел, братишка. Уф. Подскажешь, где? А как рик в жизни? Здоровые, пацаны. Пиздец. А так это ты спиздил наушники Илюхи? Нет, строго нашел недавно просто. Помнишь, что я хотел сделать КСВЛ с подписчиком? Так, ладно, это вообще, блядь. Диман разведет любого на шашлик. Вчера развелся на шашлык? Да не, я добрый. Куда там разводить на шашлык? Нет желания сделать стрим в СЕ, но может, если поедем, можно. Подожди, а мы на Славе на машине поедем? Наверное, не знаю. Ну туда можно вообще изи запустить. Диман, здорово, там здоровье. Паша, там будет стрим. Мы здесь пока будем. Да я имею в виду с телефона, бля, когда еду, ебаный в рот. Запусти, ты в любой момент можешь запускать. Не, ну я хочу просто поедем. Диман без трусов. С трусами, пацаны, бля. Не, Диман. Года нетки? Да не, пацаны, я просто так разговариваю, разговорный такой, стоим, чаек. А, через сколько примерно? Пока Славу ждем пока что. Бля, вчера так ноги натер, пацаны, это жесть на этом квесте. Playboy карте, да, это Дима. Кувади, Диман, здорово, Нейро. А можно раны показывать на этом? Пацаны, что вы знаете о натертости? Так у меня то же самое, бля. Тоже, да, стёрт. Та же самая, бля. Вот, блядь. А там не видно. Короче, все пятки стерты. У тебя чат не видно. Ой, блядь. Ты как будто видишь что-то. Вижу. Да пиздобол, блядь. У меня зрение улучшилось, кстати. Строго купил Арине подарок. Да. Мы все, пацаны, купили. Вы уже поздравили? Если тебе не поможет, я ее точно не брал. Вы уже поздравили? В смысле? Нет, пацаны, мы поздравим, когда мы поедем к Пашку. Ну, вчера еще, когда были, да, мы поздравили. То, что там как раз 0-0 было, и мы поздравляли. Че все пишут бан? Че случилось, блядь? Че все бан пишут? Здорово, Виталий, здорово. А где рум-тур фрихауса? Это надо у Славы, пацаны, спрашивать. Я ничего не снимал, мне не надо ничего. Я на столе сниму сегодня, ребят, просто не убрано. Бля, давай прям так, нахуй, просто покажи, сколько у нас... Ебать нас мусора, дядя, кто выносить будет? Ой. Егор Шип, да, блядь, пацаны, он... Что, нам видно меня? Да, тебе видно. Да? Да. Ты можешь футболку надеть, блядь, или ты будешь так ходить, нахуй? Не надеть. Блядь, ты такой, сука, а? Егор Шип сраный, блядь, где твоя футболка за 100 тысяч, как ты проебал ее? Ну, сейчас тебя не видно, что ты, нахуй, закрываешься, блядь. Ты знаешь, где она? Давай фастом, беги нахуй, побежал. Ебать, ты нахуй чё, блядь? Стой, я сейчас посмотрю здесь. Да похуй, бери с собой одеяло, нахуй. Пизда. Блядь, какой же, сука, этот дебил, блядь, футболку потерял за сотку, нахуй. Диман, дай ему футболку с этим, блядь, с боксерскими перчатками. Нашел, блядь. Нашёл? Всё, одевай, гандон. Я врубаю, сука. Это, сука. Они просто загорали, поэтому им надо было футболку найти. Пранк над Диманом? Блять, да не. Он сам пранканет, нахуй. Во сколько поедет? Неважно. Чем самурай вообще занимается? Ну, самурай, ты говоришь, чем ты занимаешься? Я говорю просто, что ютубер. Ютубер. GoPro на фейл. Пацаны, все будет. Что сегодня делаете? К Пашке едем, Рикки Ди. К Паше Рикки Ди едем. Что насчет Илюхи? Что и насчет хаты с Авилоном? Я пока обеззвоните, пацаны, я не знаю. Карабулик, что в сумме покупали? Ничего. Выпрямись. Да мне так удобнее, чуваки, нормально все, блин. Обними даму. Блядь, Дёма, иди нахуй, слышишь, блядь. Шип, иди нахуй. Самурай, подари сап. Вот это давай. Вы сняли видосы с бустером? Мы нихуя не сняли, блядь. Мы, блядь, вчера нахуй должны были снимать. Но мы, короче, уехали. Потом Слава написал, типа, давайте снимем после... Снимем после стрима, короче. И... Мы уже заебались. И мы не поехали никуда. Диман, вы что, снимали? Нет. А зачем вы ехали туда, в этот... торговый центр или куда там? Да просто погуляли. Я с... Мороженку съел офигительно, мороженое йогурт с фруктами.
Димон, у тебя пузо видно. Да ладно, что ты заебал, блядь. Что там Ланжес написал? Димас. Димас, как будто на пляже. Так он загорает, пацаны, блядь. Да. Ты что, его тебя, блядь, на пол экрана видно? Тагил! Ты что это за хуйня там спадает? Какой Тагил, блядь? Мы, блядь, Дикокос отдыхает, пацаны, блядь. Мы просто в бассейне. А где Люха? Он спит вот в той комнате? Там, блядь, вонюк 100 раз ходит, блядь. Чё у меня нос забит? Бля, мне всё болит нахрен. Чё у меня болит все кисти? Ой, кисти. Сколько самура лет? Я не знаю. 16? 14. Ты дебил? Да, нахуй. Промо будет? Нет. Да, наверное. А мы будем сегодня поднимать бабки, не? Где? Наверное. Когда домой, блядь, пизда, домой пока непонятно, блядь, я не знаю, билет возьму, когда сейчас я поеду на тачке, и там билет возьму себе, чтобы не проебаться. Дверь закрой. Какую дверь? Похуй. Как тебе Рида в жизни? Очень красиво. А почему не планируешь... Блядь, да ебать, я вообще не успеваю, нахуй. Фрикхаус. Да, блядь, что... Еще лагает, нахуй, этот, блядь, компьютер, сука. А, где Эксель? Он спит, пацаны. Он будет чуть позже. Коровой самурай, как Тимон и Пумба. Илюха голый. В смысле, он, блядь, спит, нахуй. Дверь закрой. Бля. Сука, надо дверь закрыть. Там сейчас Илюха встанет, блядь, как выйдет, нахуй, просто. Там в трусах тот ходил. Да похуй, пацаны, блядь. Чего? Вверх протесни. С галочкой. Самурай такой красивый. Да, Снупик. GoPro пранка над Exile. Не, пацаны, пранка не это такое. Пускай спит обычно и все. Так старому плохо. Диман, тебе плохо? Диман, тебе плохо? Ванек, тебя еще видно. Ой, не спит. Да. Там пиздец видно, я тоже не знал. Ты просто дверь открываешь прям жестко под камеру. Я вообще не знал, что там видно. Камеру что ли поменяли? Да я хуй знает. Ну вот так заебись, там тир не видно еще. Блядь, что это за хуйня? Блядь. Наушники не трожь, бля, меня Илюха убьет. Дай-ка я их отключу вообще, блядь. Так, ложу, блядь, что на стриме, чтобы не не проебать. Вот смотрите, я ложу вот сюда, вот то спизди, тот гандон. Все, они лежат под монитором. Те. Когда? Ну, блядь, без трусов я еще ни разу его не видел. В трусах похуй, типа, выйдет, блядь, он только встал, нахуй. Он загорал. Ликс, напряги на бицуху. Пацаны, да он отдыхает, вы заебали. Где Слава? А где Слава? Слава дома у себя, он кладу. Че кладу? А, блядь, я бы сказал. А, Слава у себя дома, он приедет к нам, когда... Че это за звуки? Там Че хотел сказать, Диман? Че Слава, блядь? А, Слав приедет к нам домой, когда сам встанет. Мы не знаем, когда он встанет. Он нам написал, блядь, там в час, мы все уже летим, блядь. Мне кажется, он не встанет даже в 3, блядь. Не, в 3 встанет, ладно. Уф, блядь, блядь, у Пашка красиво, ебануться. Сейчас я напишу ему, бля, Паша. Паша, ебать у тебя красиво, нахуй. Бля, ну ты посмотри вот на этот задний вид, нахуй. Фу, блядь, охуеть, там просто... Блядь, такая... Как это? Газончик такой, ебать. Ну просто охуенно, деревья такие. Покажи бицуху, Вадим. Егорка, куда лезешь? Передай привет Ильдарчику. Ильдар, привет. Встань и зари. Илюх спит, пацаны, я не буду орать. Что ты смотришь на ютубе? АСМР, нахуй, смотрю, блядь. И самурая моего любимого смотрю. Охуенно ролики делает. Кто с Тагила, присоедините. День рождения Арина праздновать будете? Да, мы едем как раз в Башку на день рождения к Арине. Она будет встречать там. Но она приедет чуть позже, она будет стримить. Бля, а когда она запустит? Если бы она запустила после меня, было бы идеально, я бы как раз рейд кинул. Какой рост у Димана? 1.70 м. 5. А, ты поздравил Арину с ДР, но частично, но мы еще ничего не дарили. А, Ликс обещал
Блядь, что за сука, как же он улетает? Ликс обещал. Да сука, где это сообщение? Все, забей нахуй, короче, улетело. Привет из Ижевска, блядь, Ижевск нахуй. Самурай сердечки пишет. Один человек. Пацаны, давайте, блядь, самурай нахуй, блядь, заебал нахуй. Как жизнь, а жизнь охренительная. Как твои родители относятся к этой деятельности? Все это четко. Как дела? Как дела? Нормально все, пацаны. Где Ванек? Он сейчас придет. Карась, спроси у Димы. Ну ебаный в рот, ну как ты, ну сука, еб... Че это пишет? Андрей Алексеев. Многое из того, что планировали, не получилось. Сорян, пацаны. Согласен, Диман, блядь, много не получилось. Зато мы просто почилили. Слава не... Ух, Слава, кстати, нихуя не снял, я так понял. Mm-hmm. Вообще, не, даже ром-тур не снял. А может, снял хуй, да? Сколько Самура лет? Да, пацаны, да он не хочет, если говорить, что, блядь. Как начать стримить, где бабки на ком взять? Бля, братан, охуенный вопрос. Я не ебу. Ты чё, я что раз сказал, что мы к Ригиди едем, чтобы Арине дресс строчать. Ну и стримить там слава будет. Я сто раз уже сказал. Привет, Егор Шипу. Привет. Почему слава воды для сабов, воды для сабов убрал? Потому что, чилим, чтобы, короче, после трансляции не репортили. А сабы, я думаю, не будут это делать. В смысле, а что не так? Бля, трахни самурая. Ну такое, блядь. Вась сказал, что Дима пиздобол. Ну, блядь, тут 50 на 50. Ликс обещал нарисовать Вадю. Я не умею рисовать. Карась спросил у Димы, помнит ли он БДСМ Атлант. Что это за... Дима, помнишь БДСМ Атлант? Ебать ты козел, нахуй. Ликс мут... Уф, блядь, нихуя ты козел, блядь. Уф. Передай привет Илюхе... Бра, братан, твоя фамилия трудная. Илюха, здорово. Будет секс с Рогом Саринян, будет, пацаны. Что вы будете там делать? Встречать день рождения Арины и Слава будет стримить. Только Арина приедет чуть позже всех, наверное. Строго подари Арине ночь. Бля, что у меня за хуйня? Вот. Как поет? Бля, ну я ебал, я не могу сообщение уже найти, ну сука. А вот, как полет? Как полет? Это новый хеликоптер. Бля, что это за сообщение Морозко, бля? Я тупой? Да. А что у нас на полу лежит еда какая-то? Я не знаю, это ты, пиздец, это ты жрал. Вы вчера не жрал. Такие свиньи ебаные. Бля, Слава нормально, да, пожал просто, я стоял, бля, тут вообще все валялось. Это, нам, бля, сраку. Это, кстати, его. Строго, 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 что тут? Выебали Икса. У нас еда на полу лежит, заебись. Raid Shadow Legend. FiveSkill проводит рейд компанию. Ура! FiveSkill, спасибо. Мага, спасибо. Мага, как дела? С прошедшим днем рождения. Шип, уберись. Не. Не царское дело, да? Ну да. Понятно. Мажор ебаный. Девочки придут, уберутся. Какие твои любимые фильмы? Ну, блять, один из любимых, это, наверное, Остров проклятых, который я смотрел. Как попасть в ваш склад? Вот я не знаю, что это за вопрос. Ну, братан, ну как-то это... Мы типа никак... Блин, не знаю, это, наверное, рандомно как это должно быть. Набор в клан завершен был еще год назад. В клан больше не принимается. Как Сумрая называется канал? Неважно, пацаны. У него много каналов. Строго можно... Строго можешь Сумраю с разгона ёбнуть? Осуждаюсь еще, не надо ничего делать, блин. Клан Brawl Stars. Ха-ха-ха-ха. Самурай? Ух, блин, какое там сообщение было, бля, хорошо оно удалилось. Че там? Ничего. Я не писал ёбнуть. А я от себя добавил Ланжес, нахуй. Ебать, самурай качок. Да, качочек. Передай привет Вадиму. Вадим, йоу. Я помню, как Бустер смотрел видосы самурая, они топ. Да. Видосы самурая вообще классные. Сколько времени записываешь видос один? Минут две? Ну да. Понятно. Порн-видео? Да.
Чем самурай занимается? Ютубом. Егор Шип. Тиктоком. Какие твои любимые артисты? Хуйня. Я. Во сколько стриму Пашин? В час, либо два. Это предварительно. Если Слава встанет... Слава вчера говорил то, что там давайте, там в час, там все дела. Но пока что Слава спит 100%, поэтому... Ну, я думаю, у него сейчас будильник через 13 минут разбудит, я уверен. Как самурай зовут в РЛ? Денис. Паша, привет. Паша, ебать тебя красиво. Здорово, Паша. Что если встанет? Не, ну Паша, просто мне такое ощущение, что он нихера не встанет. Он же, блядь, ну, блядь, не знаю просто. Мне почему-то кажется, он встанет, потому что... Ему очень трудно дается, блядь, вставалка. Просто слишком много, так сказать, запланировано, чтобы... Бля, как же я пить хочу? У нас есть что-то попить холодное? Уже нет. Самурай, есть что-нибудь? Уже нет. Бля, можешь, пожалуйста, боржоми тут подать, пожалуйста? Ну, там. Ближайший? Нет, дальше, дальше. Димон подал сейчас. Самурай, да ясно, самурай продюсер. Да. Собрай. Сделаем модером ватч. А, сейчас, да, Паша. Секунду. I'm a bitches. А, ну... Я дал Паше тебе... А чё тебе? Модерки нет, я ж тебе... Ну, ладно, парни, кому не сложно, зафоловитесь на мой Twitch. Хорошо, братан, сейчас зафоловимся. Гоу. Дискорд. Ебать, как же лагает компьютер. У нас только наушников нету, и у нас компьютер лагает. Паш, я не смогу в Дискорд зайти, у меня безумно лагает компьютер. Я не знаю, что с ним. У Димана то же самое было позавчера, когда он стримил с утра. Я его врубил, он не работал. Ты бы видел, как тут лагает, просто трансляция почему-то не лагает. Не знаю, почему, Паша. Ну, у тебя, Паша, пиздец красиво, нахуй. I'm a bitches. No, I'm bitches. Картинку посмотрите только. Бля, Паша, я хуй знает, как зайти. Блядь, меня просто безумно лагает. И у нас Дискорд не залогинен даже. Может, Паша потом как-нибудь? Бля, Слава дохуя наобещал и нихуя не сделал. Да, пацаны, это в частности из-за того, что мы не смогли снять. Он же хотел с нами контент снимать. Лик Скачок, скажи ему это. Хорошо, братан, скажу. Как Бустер относится, познакомился с Самураем? Через Ютуб, наверное? Я его еще в КС-ке знал. Вот так, да. Он занимался киберспортом в КС-ке, пацаны. Передай привет. Блядь, я не вижу нихуя. Какой рост у самурая? Метр? 170. Метр 53, нахуй. Передай привет Самеду. Самедов, ассап. Кидайте клип. Бля, ну ебаный рот, не вижу ничего. Вроде Ликс. Да не, убери нахрен. Да не, убери. Такой красивый. Да убери, жестко в глаза светит. Кровать ты откуда? Я? Бля, да я хуй знаю, даже смысла нет говорить, мне кажется. Лик старше тебя в два раза. Получается так? В смысле, ему 33. Тёма Клони, здорово. 34. Уже 34? А, я забыл. В смысле? А кто арендовал хату? Мы все. Он сказал, что Дима пиздобол. Ну, есть такой пацан. Диман ещё тот пиздоболыч. Пиздоболыч. Бля, как же лагает компьютер. Я не знаю, в чём прикол. Ну, вообще, прям посмотри, да? Вот что это? Это было один раз так же, нужно было компьютер рестартнуть. Ну я понял, что надо было компьютер рестартнуть, я уже не успеваю. Ой, не успеваю, блядь, на стриме не буду же. Блядь, что же за хуйня-то? Самурай бицуху камеру. Карате 17, нет, мне 16. 15, 17 будет 5 сентября. Ну, 19, точнее, мне еще 18. Передай привет Илье Хрусталеву. Илюха, днем рождения. Ой, блядь, какой днем рождения, привет. Что за Паша? Это Паша Рикиди, который организует нам нереальную... А мне 17 6 сентября. Поздравляю. Я испугался. I'm a bitch. Ебаш Шипа пишет, нахуй, чел. Кто ебаш пишет? Дайте леща кокосу. Это спичка... Это спичка... строго... Даун, передай. Бля, пацаны, чего вы пишете, я вообще не понимаю. Вы сейчас телевизор уебете, дебилы. Да похуй, самурай бабок дохуя. Согласен. Самурай продаст свою футболку, все. Тут 5 можно купить, но. Давай, пошла. Бля, может, не да похуй, ебаш. На нахуй, блок сделал. На нахуй. Все, пошла рукопашка. Блядь, а чё там подушка? Закидывай его нахуй! Слышь, у нас вывалилось, хуя, смотри! Ванёк, не провокат, не...
Блядь, что я несу? Мы пошли с самураем, так скажем. Давай, иди его, скинь его нахуй, блядь, в бассейн. Самурай, ты не обидишься, если в натуре сейчас в бассейн скинешь? Нет. Скину, скину, полный. У него 100 тысяч еще тяжело, блядь, сейчас 150, нахуй. Бля, видно, не видно, да? Бля, ебать. Бля, нихуя не вижу, сука, из-за бэски. Ты, сука, что так лагает? Бля, это какой же тут ган... Это вот он нам охренил. Он сказал, не сука. Я сказал. Он плюнул, сказал, сейчас не вытрет. Ну не вытрет, походу. Да? Мокрая? Мокрая? Иди в пизду. Блядь. Где вы спите? Ну, кто-то на кровати, кто-то на диване. Ты, блядь, чё пришёл? Мокрый, сука. Открывай чат, нахуй. I'm a bitches, I'm no bitches. Ликс хотел ходить с разли... с... Да, Диман не умеет рисовать, сказал. Ты стримишь со старого? Чего? Сколько у вас время? МСК, пацаны, время, бля. Нихера, подруги. Сколько у вас время? Не хотите... Блядь, не видел. Бля, ебать, я сам обосрался, нахуй. Бля, пацаны, вы... Ты чё, нахуй, школьник? Ты сейчас опять мне с десанта убежал, нахуй. Пизда тебе! Диман, разнимай, Диман, разнимай! Чё ты нахуй заебал? Сними тиктоками, блядь. Снимай цепочку с него, нахуй, строго, все забери. Там, нет? Бля, чё он тебе? Бля, бля. Сука. Бля. Как он тебе полностью ебать. Бля, сам себе ебнул. Ванёк, ебашь, его ебашь. У меня трусы видно. Да поебать, пацаны, его вообще. Да поебать на самурай, ты сказал? Не, у тебя трусы просто видно, спросил чел, блядь, написал. Да похуй вообще. Я искал похуй. Ебать, у строго пердак. Да, разработанные пацаны. Бля. Самурай, давай, самурай, давай. Ты сейчас... Бля, ебать, вы дебилы, да? Бля, ебать, да. Бля, это больно. Стой. Давай, давай, подержи. Бля, промазал ты. Бля. Бля, дай мне чаду. Возьми раскладушку, блядь, слышь, Ванёк, возьми. Сука. А я отъебись, а ты наш школьник. Эх, ты что меня клапаешь? Так он как кошка вцепился, ма. Ого. Он тебя... Ты чё? Бля, ебать, Ваньку прилетело, нахуй. Бассейн, нахуй его. Блять, ты можешь не вставать на мои ноги, нахуй. Какой у вас... бля, да я не вижу. Член. У кого хуй плюс? Бля, дядь, жестко. У меня хуй встал, пишет. Мы из Ванька жопы, походу. А что, моя срака нормальная? Да. Бля, хорошо, что я трусы не снимки, мать самодел. Бага, здорово. Да, блядь, заебал лагать, надо вырубить эту хуйню, злую, не, блядь. Когда будет стрим у Арины? Без понятия, чуваки. Но если она врубит, то все. Еду сегодня домой к Арине и стримлю вместе с ней. Слили YouTube. Чего? Ура, на YouTube слив сделали. А как? Сняли YouTube контент бустеру. Мы нихуя не сняли. Не-не-не, ничего не нажимай. Да не надо, Ванёк. Да не ломай. Пошли в пизду, нахуй. Пошлите в пизду. Бля, говорит. Пошлите в пизду. Не, только не показывай, блядь. Я случайно, нахуй, там. Чуть не показал вот так, блядь. I'm a bitch, I know. Где старый? Да он отдыхает, сука, козел, блядь, старый. Фрик хаус каждый день, каждый год. Пацаны, через месяц примерно, может, сейчас приедем. Бачу самурая волосы сальные.
Так он только помылся. Мы купались только что. Дай промокод на фейл. Да, сейчас. Не хотите сделать лан? Хочу. Райза, Райза, чекни. Сейчас посмотрим, пацаны, у нас ни наушники, нихуя вообще нет, блядь. Наушники вот. Да я вижу, блядь, ну, ну пизду. На пиздел. Где Иксиль? Иксиль спит еще. Что-то он как долго, кстати, спит. Он сказал, хочет в 11:30 проснуться и пойти искупаться и что-то сделать. Насколько сняли фрикаус? Еще пару дней. А, что? Блядь, ну ёбаный рот. Чекни канал Райза. Сука, хочет. Пранк над Excel'ом сделать. Да не, Виталий, пизду, ты какую-то хуйню вообще. Виталий, а хуйню несешь. У вас один общий компьютер, да. А ты можешь ОБС убить, чтобы... Бля, да что ж так лагает, ебаный ворот, на. Ебать оба диска нахуй. Ой, бля, ебать я что-то нахуй спать. Всем кискам привет. Ой. Как квест? Нормальная, кстати, тема, но я на второй не ходил только. Я смотрел на втором, ну, бля, там прикольно было. Ой, бля. Там Арина выбрала четвертый нахуй этот, да? Она случайно выбрала. А, она, короче, случайно выбрала этот, самый жесткий этот. Не, ну Арина любит по, ну, пожестче. Она, короче, сумрай заткни уже, Ванька, что ты стоишь. Бля. Он же, ты сам вообще веришь своим словам? Опа. Тебя сейчас унизили нахуй просто. Помолчи, а. Я тебя сейчас кручу. Давай, давай, Ванька. Были бы наручники, Ванька, давай, заебал ты нахуй. Ванну, Ванну, скинь нахуй. Арина будешь скручивать, понял? Слышишь? Ты видел, как... Здесь веревка. Ты видел, как... У меня, кстати, вчера нормально так веревка, бля, к этому дебилу прижали. Он ко мне нахуй вцепился и просто орал, блядь. Вместе. Ты дебил орал, я, бля, боялся тебя больше, чем, блядь, кого-то, нахуй. Вы бы видели вчера, что в темноте было? Я такой иду, блядь, там темно в этой хуйне. Слышу, блядь, кто-то ко мне к руке присосался. Двумя руками, нахуй, мою руку держит. Свет врубается, это каравай, нахуй, держит мою руку. Там, да нет, просто когда темно было, я просто боялся, знаешь, чего, когда, короче, типа, если ты стоишь... Не-не, я тебе базарю, когда стоишь, типа, и перед тобой нахуй он просто появляется. Это вот это пиздец страшно. Вот как у Арины было. Она, я смотрел на камеру, короче. Она пошла, свет врубался, типа. Этот чел встал прям перед ей лицом, она так стоит просто на месте. Врубает свет, и он так стоит, нахуй. Это же вообще пизда. Ну, прикинь, они бы были какими-нибудь как ночного видения. Они, кстати, мне сказали, типа, они это... каждый день тренируются, как выйти, точнее, из темноты, типа, понял? Из всяких лазов, там, например, они, у них какой-то ориентир есть, типа, просто по рукам. Типа, там, они вот знают, что эта стенка сюда, типа, там, не знаю, этот шкаф вот здесь вот стоит. И они по этому шкафу там как-то передвигаются потихоньку, чтобы не упасть там, ничего. То, что там темно, и у них ничего нету. Когда промо будет, сумрай потише сделать. Хорошо. Сумрай ебало звали. О, нахуй! Ты что, распиздился, сынок? Ты что, пиздишь? Срок, разберись с ним, нахуй. Все, пошла. Не, Ванёк, там выходи по-братски. Ну-ка. Дай дрыща. Здорово, братан. Пошел в пизду, ты теперь не брат. Не, пацаны, давайте не здесь, нахуй. Лампа. Шоколадка, здорово. О, шоколадка, здорово. Отсоси. Самурай, переоденься, нахуй. Ну, переоденься, блядь, не позорься, нахуй. Бля. Сади нормальную футболку. Футболка 590 рублей. Шортики, ну, рублей 200. Хорош, строго. И трусики рублей 100. Когда будет стрим, где... Подсвечивается. И что? Строго не выёбывайся. Понял? У самурая как будто каждый... Блядь, сука, Виталия, нахуй. У самурая как будто каждый день тусовка и то не сидит. Да, у нас вообще тусовщик нахуй ёбнутый. Еще цепочки не хватает своей любимой. А если не у них спал, короче? Короче. Короче говоря... Слышь, что ты сделал? Бля, дайте мне посидеть здесь, пожалуйста, Ванёк. Пройди туда или туда, пожалуйста. Ну просто мне неудобно так сидеть. Я, блядь, как дебил на краю нахуй сижу. На коленке мы сядь строго. Ну, да, на коленке можешь... ты сяду. Не надо, спасибо, блядь. Меня раздавят, нахуй. Подвинься нахуй. Свободен, блядь. Все, наконец-то я нормально посижу. У самурая воняют носки. Да я ебу, что ли, нахуй. У всех воняют носки, блядь. Мне тоже нет. А, сколько цепь стоила? Смотри. На мне, суклавы. Да хуя, пацаны. Ебать, кокос разоебывался. Пиздец. Пацаны, блин, вы зачем вы пишете, что вы подарите, что вы подаришь Арине? Я не понимаю, зачем это пишете. Мы прямо сейчас ответим. Мы, блядь, конечно, сейчас ответим, нахуй, что вы просто все пошли и написали ей. Охуеть. Нахуй он к вам. Блядь, да ебаный, сука, я не могу чат почитать, у меня все летит. Где остальные? Диман отдыхает? Илюха спит.
остальные все в своих номерах, отелях. А, мы только четвером хату снимаем. Это вообще хуй знает, что пришел сюда. Это что, бой, кто больше раз челку поправляет, стоит два петуха, гребень поправляет по полминуты. Это сидит, наверное, зэк лысый просто. Тихо, блядь. У него 200 сообщений у меня, да. Ты можешь вступить в сообщество Фрик от Авилона. Кстати, ебать, точно, мне надо вступить в сообщество. Ну, куда это сейчас я зайду в Фрик в сообщество? Бля, только вспомни бы пароль бы, нахуй, от почты. Блять, это Бустеренко, нахуй, тут. Мэйл. F на блок, клей-клак, мы делаем день, катаем на блок, насиль, мне суки звонили. Так, CSGO number. На блок, клей-клак, мы делаем день, катаем на блок, насиль, мне суки звонили. О, зашло. Или что это такое? Строго хуй... Блядь, заебали, ну почему это просто в глаза кидается сразу нахуй? Чё, строго хуесос, да, ты хотел сказать? Нет, хуйло там было написано. А, хуйло. Ну, бля, и... самураем от этого. А мне в одни хуй не прислал, где, блядь? Это же почта от этого. Подожди, это та почта вообще? А, мне, наверное, на другую почту. Или на эту, стоп. На эту, вон тема, а эту. Не, стоп, мне на эту почту, мне нихуя не пришло, Вадим. А я не могу на почту Вадя зайти, если он в чате. Да, его нет. Потому что у меня нет пароля. Ебать, мне просто Яндекс.Еды тут нахуй. У меня ничего не пришло типа от Вади. У меня ничего нет от Вади. Подожди, может ниже? Может он давно тебе присылал? А, может 16... тут? Подожди. В смысле, он вчера прислал. Это 15... Охуеть, это семена... Подожди. Вот, я смотрел вчера вот это. Нам нужно ваше мнение от Твича мне тут присылало. Я не знаю, что это такое. Я даже не буду смотреть, блядь, в пизду. Блядь, попросил, чтобы мне на главное, блядь, скинули. Говорят, нахуй, иди в пизду. Ну, да главное, это хуйня, по-моему. Да просто, что было, а что нет, блядь. Короче, мне еще не пришло от Вадима на почту, а эта почта 100% зарегана на Twitch, потому что мне... Потому что мне приходит на Twitch сообщение. Можно промо? Да, бля, чуваки, ну ты ебись с вами промо, я скину его позже. Завтра, пацаны, стрим у меня не будет, скорее всего, ну, точнее, вот даже не будет, наверное. Завтра будет стримить, не знаю, кто там. Слава будет опять, наверное, весь день стримить. Но я не знаю просто, что мы завтра будем делать. Туда же поедем или что, хуй знает, короче. Как жизнь? Жизнь охуела, пацаны. Я пошел, как и туда, что у стрима. Давай, наверное, братан. Передай привет. Передаю привет. Сейчас Слава придет, поставит на место дурачков. Да. Еще Слава, пришел он. Сколько еще стрим-хата будет? Пару дней. Кто, блядь, это пишет? Выпрямим спинку. Да, пацаны, мне так заебись вообще полностью, нахуй. Сколько лет самурая? Да хуя. Передай привет. Здорово, пацаны, вассап. Ты без задержки стримишь? Кстати, да, блядь, я опять забыл задержку. Ой, блядь, мы попросили донат посмотреть. Нихуя, блядь. Строго, так выйди с бустером на перчатках. Нихуя себе, Егорик, спасибо, 150 рублей. Дядь, ну чё, какое за дело про чёлку, правда, получается, скрывай всех благ тебе, спасибо, брат. Я только что мылся, какая нахуй чёлка? У Строго хуй стал, неплохо. Шо ты, Горобулик, всё нормально, как и дровом? Что за квест вы проходили? Это квест, просто обычный квест, страшный, и всё. Go армлестинг со Строго. Пацаны, у меня очень сильно болят руки. Пизда болят руки. Я не знаю, просто из-за этого квадроцикла у меня второй день очень сильно болят руки. И со вчерашнего еще почему-то ноги начали болеть. Пиздец, я просто... У меня постоянно был этот... Гупранк на сына лоб Эксайлу. Блядь, это вообще... Как это придумать смотреть. Вообще можно было? Я просто не понимаю, но... Бля, нахуя вообще с тобой это? Я вспотел, пизда. Кстати, шея перестала болеть, хотя бы, то радует. У меня все болит. F на блок, клик-клак, мы делаем деньги, когда им на блок, Настя, мне суки звонили. Ну чё там, Наташа вообще петь мне, блядь? Наташа? Да, блядь. В 6, блядь, в 5 утра заходил, ну походу, блядь. Так мы все 5 утра заходили, мы приехали туда в 5 утра. Так чё она не встаёт, сука, блядь? Карбусик, когда трек? Какой трек? Когда басик? Хуй знает. Пробовал снюс? Нет. Выруби музыку. Да там Илюха спит, но если только чуть-чуть как-то.
Вруби музыку, чуть слышно. Да не надо, там люхнуть. Да ты не, можешь ну, врубить им. А как? А, ну да, можно, кстати. Они будут слышать? Да, они будут слышать. Будь здоров. Спасибо. Ну, вообще всем похуй. F на блок, на блок, клик, лак, мы делаем денька, там на блок, на блок, на... Ой. На блок, на 7, бля, тут внизу одина. Спасибо, пацаны. А, я знаю, знаешь, когда ты можешь зайти, блядь, на охуенные плейлисты, блядь? К этому дебилу нахуй сейчас. О, погнали с Кариной стримершей в Fortnite, слышишь? На блок, клик, лак, мы делаем денька, там на блок, на 7, мне суки звони. Не за что, иди нахуй. Вот, скажите, короче, сейчас нормально будет слышно или нет? Посмотри ВБС, просто все. Пам-парам! Нормально, да? Да, прикинь, там просто запрещенки летят. Так этот трек... Норм, 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 норм... Ой, стоп, ебать, я дам, подожди, куда я зашел, блядь? Он же... Авторский провод, блядь. А, я думал, это специальный плейлист. Не, нихуя. О. Не, пацаны, тогда без музона, нахуй. У нас АП, блядь. Даже на ютубе откроют этот МКС. Да похуй. А, во сколько будете отмечать Дерарину? Пацаны, когда она приедет? Она приедет чуть позже, потому что она хочет постримить, я так понял. Арина встала уже? Я буду Калинян стримить вместе с ней, согласна? F на блок, клик-клак мы делаем. Катаем на блок, на стриме с экзаменами. А, она уже встала, она с телефона сидит. Строго сосёшь. Окей. Gonna fail. Да, сейчас, let's go, бля. Корова, ответь в ОК. Пацаны, по мере... Короче, отвечаю. Самурай мут. Да, бывает. Самурай и бустеры это братья. Нет. Нахуй... Бля, не вижу. Вадя, можно к вам в гости? Да, братан, приезжай, конечно. Хули самурай такой громкий? Да хуй знает, он заебал, у него частоты жесткие вообще, бля, голос. Самурай терпила. Не понял. Терпила, терпила. Сними с самураем браслет, а то ему тяжело ходить. У строго флешбеки. Ебать. Самурай, завали ебало. А че это такое вот это? Че? Вот это? Да. Это вот этого дебила. А что это? Сюз? Сюз? Сюз. А че это такое, блядь? Суперсус? Это Димана вообще-то. А, да? Это... А, для волос? Для волос. Ни хрена. Вот дай посмотрю. Подожди, подожди. О, Димас, блядь, слышь тут? Ебать, слышь, мы что-то не знали о Димасе, нахуй. Бля, посмотрите, вот такая коробочка вроде, да? Там что-то нихуя, блядь, не лак. Дайте самураю поесть. Охуеть, блядь, слышите? Ну нахуй, блядь. К Ваде зайди. Куда зайти, блядь? Строго попущен. Самурай потише. Согласен, нахуй этого самурая, блядь, короче. F на блок, клик-лак, мы делаем деньги, каты на блок, на. О, погнали с Кариной стримершей в Fortnite. Вот демфлекс, красава. Вот демфлекс вообще топ, блядь. Врубача. Да я посмотреть хотел. Чё Сего пишет? А чё ты сказал? Ну ты сказал, пойдём смотреть кого-то. А. Похуй, не будем. Сделай уборку нахуй. Сделаю. Нахуй. Понял? Распишись в ВК, пожалуйста. Ну, это уже, блядь, сейчас я не забуду, братан. Иди... А, нет, как забуду, блядь. Я расписываюсь только за баллы канала, пацаны, сорян. Срок грили несовершеннолетний, да. Чё? Чем занимается самурай, ютубом занимается. Чё? Как жизнь, чем занимаешься сам. Как жизнь, чем занимаешься там. Жизнь охуенно, занимаюсь здесь, блядь, просто отдыхаем, блядь. Самурай занимается продюсированием каналов. Ладно, дальше не буду читать. Где Генцуха? Генцуха у себя дома, парень. Бля, я не знаю, блядь, Натаха там все сделала или нет, блядь. Ну, я не знаю, все она сделала или нет, блядь, что я просил. Но если нет, то будет хуёво.
F на блок, клей-клак. Алекс вчера обещал расписаться, но не расписался. Козел, блин. Как называется свет, который устанавливается? Какой именно, не знаю. Фиолетовый, который? Это Илюхин. Каравай, ты из какого города родом? Я с Рузаевки, пацаны. Сколько зарабатываешь? Достаточно. Бустер говорил, когда Дима приедет в Москву, он выделит ему деньги. Так он хотел вчера это снять, пацаны, но, бля, вчера... Бля, звоню ебать, рама, нахуй. Пожалуйста, я здесь сижу. Сломал, нахуй. Илюха-то не станет, блядь? Она и была сломана, если что. Сломал... Кстати, там Диман лежал, там ничего не было сломано. F на... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Квади, зайди в... Куда? Квади, зайди в ВК, там есть плейлист без АП. А. Пух, нормально. Чё Паша пишет? Парни, походу надо закупаться от комаров. Они меня, кстати, вообще не хавают, у меня кровь невкусная. Хорошо, Пашок, блядь. Пашок, у тебя нету, да? Ну все, тогда мы, блядь, обречены, нахуй. Вадим, ты видел плейлист у Вилона? Да понял, понял. Ой, бляха, муха. Да понял, понял. У Бустера такой iPhone. Да, наверное, какой написано, да, было? Я просто приебался. У Бустера 11 Pro, наверное, не знаю. Когда бой... Строго. И что-то там не увидел дальше. Кул, привет, Строго. Димас? А где Дима вообще? Пошел, у меня кровать лежит. А может, подожди, что он делает? Сурай. У тебя снюс? Да какой снюс? Это Димана, это хуйня, как она? Higher Walks. Чтобы у него красивая была головка. Ну, блядь. Головка, нахуй. Головка. Диман просто вчера на свидание ходил. Да, чума вчера у него... Чума... Да, да, не, не поз... ну спроси, что он делает, если он не занят, пускай приходит. Чего, блядь, как это? У Слава XR. А, ну, может быть. Я не знаю, сейчас не помню. Какой у меня телефон? 12-й iPhone. Он двери закрыт. С таким качеством, нахуй. А? Так в смысле закрыт? Он про... ну, закрыл просто дверь, не на ключ же. Ебать, Диман дрочит, нахуй! Бля! Диман, вы спросили! Чё он делает? Диман дрочит. Реально? Да. Он не придет? Он сказал, сейчас кончить придет. Блядь, да чё, да он бы пока там... Когда в Саранске будешь, не знаю, братан. Строк, когда купишь айфон? У меня такой же к нему вопрос, блядь. Крой, подари, пожалуйста. Ой, блядь, не пизди нахуй, а. Что? Подарить ему, блядь. Не прибедняйся нахуй, Ванёк. О, ну старого, значит... Чё я написал? О, ну старого, значит, до конца стрима не увидим. Ну, блядь, может быть. Какой рост у Строго? 1.85 м. Будешь ли еще стримить Форд с Самураем? Че это вообще за вопрос, нахуй? Охуеть, блядь. Каравай, передай. Каравай, камера. Блядь, да что ж я... Каравай, камера трясется. Не тыркай рукой, пожалуйста. Это я ногой, наверное, тыркаю, блядь, стол. Почему отмена по контенту? Потому что контент только будет на стриме у Славы сегодня. А так мы просто базарим. Каравай, как дела? Нормально всем? Каравай, сколько лет? 18. Когда на next раз будете собирать фрикхаус, пацаны? Кстати, плюс-минус где-то ночих, блин, можно было бы еще летом, да? Конечно, еще летом два раза было бы вообще заебись. Ну, где-то через месяцок. Генцуха... Блядь, не увидел. Не через год, мужики, это так охуенно. Генцуха... Туп-тап-туп-тап-тап. Не, она мне не отвечает. Короче, блядь, ну, что сказать, блядь. Только нужно новых девочек набрать. Каравай, го было не было. Да похуй уже, пацаны, уже надо будет сейчас скоро... Бля, я не пойму, Слава вообще
Паш, Слава точно встанет, как он хотел? Вот сейчас захожу в ВК, если он не онлайн, то, блядь, то он, значит... Не онлайн. Не? Скорее всего, нет. Смотри, захожу, Слава. Ну, блядь, два часа... Нихуя, что он два часа назад делал? Может, он проснулся, просто телефон зашел, я обычно так делаю. Байол, привет. Или что, или мне пиздят, что она зашла. Юля, привет, как дела? Юлечка, привет. Что делаешь, Юля? Тебе базуку уебет, но... А, ну да. Какой контент у Славы сегодня будет? Сегодня будет у него жесткая ёбля. Юля, как дела? Юля, там Наташа не проснулась? А ну хотя, блядь, откуда... Откуда ей? Ну да, ну, блядь, Ваник, слышь, а ты не еще такой умный. Спасибо. Ну, некоторые... Я хотел сказать, не такой тупой, как в интернете, да? Да не, блядь. Когда стрим у Славы? Пацаны, как у нас по расписанию? Мы должны поехать... Подожди. Так, я только глаза открыла. Красава! Скилзор, куда ты подписываешься, дебил, блядь, спасибо. Привет москвичам, я сторожевой, блядь. Красава, нахуй. Привет, подскажи, есть ли сайты, где можно вывести шмотки? Как относишься к... Блядь, да что же за хуйня? Сколько ты еще будешь стримить? Я не знаю, пацаны. Просто я не понимаю, когда... Паш, ты на стриме есть, Паша? Ты можешь сказать, когда мы вообще должны быть у тебя? Ну, как Слава тебе сказал. Что вы делаете, когда она в Славе есть? Не, я просто спросил, потому что, мне кажется, ну, да, наверное, Слава станет, наверное. Ты что-то написал, Слава? Привет, сделаешь мне минет? Давай. Почему Строго себя ведет как быдло? Да это, пацаны, просто, блядь... Пытается что-то делать, и все, типа, контент какой-то. Так, все, заебись. Как относишься к алкоголю? Нейтрально. Паша нет на стриме, понял. Ты это написал? А? Я этого человека не могу найти, который написал, потому что я быдло. Да ты уже не найдешь, она улетела. Быдло ебаное. Не, уже, блядь, бачат просто, вообще не могу прочитать нормально. Вас много вчера людей было? Нет. А, чё, блядь, вас много вчера людей узнала вроде там было? Узнавала. Я не знаю, пацаны. Ну, как я слышал, по-моему, гензухи подошли, фоткались, да? И с тобой там. А, ну вчера шли, короче, там. Раза три. Бля, вчера очень странная ситуация была, короче. Там чувак подходит к нам. Ну как к нам? Я так понял, просто к Илюхе подошел. Ну, он так, по-моему, просто знал. Самый прикол был в том, что... Мы идем, короче, сколько у нас? Человек 9? Ну, короче, смотри, дайте я расскажу. Короче, у нас человек, ну, человек 11, 10, короче, 9, это примерно так. Мы идем по этому, короче, возле дороги ЦУМ, что-то, короче, туда, короче. Идем просто вперед, и чел подходит и говорит, я вас узнал, что-то такое, короче. И обращается Илюхе, типа, обращается к Илюхе. И, короче, бля, это очень смешно, то, что там подходит и говорит, ну, там у него с девушкой, походу, было, либо, я не знаю, там, либо это, там, не девушка, хз. Он, короче, дает ей телефон, чтобы сфоткаться. Я что-то вообще не понял, я стою просто в сторонке, вот так вот, как дебил, я думаю, блядь, я вообще нужен или не нужен, вообще, что, ко мне, не ко мне, блядь. Мы, короче, фоткаемся втроем, я, Строго и Илюха, а все другие ребята просто сбоку стоят и на это смотрят. Бля, я думал, подойдет к ним тоже сфоткаться, он просто их заигнорил. Бля, это как-то... Да. Это пиздец, это так было, мне кажется, обидно ребятам, пиздец. Мне кажется, он по-любому знает. Он еще подошел такой говорит, типа, а где Слава, типа, главный, что-то такое сказал, да? Не, он сказал, а где Слава просто еще. Ну, что-то такое, короче, сказал, да. Бог тебе здоров. Вот, короче, он спросил, что-то где Слава, а потом говорит, может, с вами сфоткаться, блядь. Мы троем стоим. Я думаю, я вообще нахуй не нужен. Он мне, кстати, в Инстаграме отметил, где, значит, он знает нас. Да, так что, блядь, слава богу, блядь, хоть, блядь. Вот это было супер кринжово. Не, просто это, ну, с его не очень, со стороны не очень красиво то, что он с остальными не сфоткался, так скажем, которые с нами также шли. Я уверен, то, что он знает Гинцуху, я уверен, то, что он знает. Может, не обратил внимания, не знаю. Ну, Натаха, да, Натаха чисто, блядь, по так... грудью сидит, и её, может, даже вообще не видно. Так они все маски еще были. Да чё вы, да похуй на них. Да не, ну, просто как-то не... Не это... очень красиво, да, просто было. Да. Извините, это я был. Извиняем. Да ладно, все нормально, типа, бывает. Никто не обиделся. Гинцуха, порнуха. Жестко. Брат, братан, жестко рифмуешь, слышь? Может, я рэпчанку заебашь? Я бы сделала... Ну, давай, сделай, блядь. Какой рост у тебя? У меня рост 1.85 м, 1.86 м. Как Слава познакомился? Это я все расскажу в своем... Нереальном ролике. Который будет после того, как я приеду домой. Можно, может быть,
Ой, бать, Инстаграм подписывайтесь, чуваки, в Инстаграмчик, нахуй, нереальный, блин, нихуя себе. Ой, ты Слава, ебать, чуть не зашел, нахуй. Ой, блять. Ой-ой-ой-ой, блять, как, ой, бляха, муха, сейчас надо выйти, короче, с Инстаграма Славы, чтобы что-нибудь случайно не нажать. Бля, или не надо? Выходить или нет? Как тут выйти-то, блядь? Все равно ты будешь кидать на свою инсту-ссылку. Какая разница? А, ну хотя похуй, в принципе, ничего, да. Да. Я с... Блять, так, мне нужно генсуха. Да, пацаны, ну и... Ну, бля, пишите вопросы, чего вы хуйню пишите, пожалуйста. Ой, скучно. Открывай. Опа. Уф. Кто? Тихо, ну, не говори слух. Сисястая? Да. Сиськи у него здоровые. Да, он, блядь. Я надеюсь, ты не покажешь на стриме, кто это нахуй, кому это говорю. А то это пиздец будет, если ты скажешь, блядь. Будет ли рел стрим у бустера? Будет, пацаны. Ой. Все? Нормально? И че, как? Ты че не попросил голову скинул тебе? Бля, все, Дима. Бля, Димана сейчас поплыл. Все, ему сейчас 8 дадут. Подожди, так мы в час едем или что, бро? Слава 2 часа назад был в сети, спит, походу, сейчас. Я, вот, знаешь, зная Славу, я спокойно не планирую ничего. Я тоже ночью не планирую. Ну, просто мне надо понимать, когда заканчивать стрим. Почему? Ну, бля, я хуй знает. Просто просил. Стрим, а что? А что это такое, бля? Так мало ребятам стримят. Слушай, Дима, нихуя ты плейбой жесткий? Точно. Не надо. Хочу. Меня видно, как это? Да, видно. Я как-то подъедет фильм ключ от своих дверей, там чел возьмет. Упал. Падай. Да! Бля, умер, нахуй. Трогать из-за тебя видно немного. Не видно, видно. Слышите, Ликс через 30 лет, на стримах 70 лет. Я говорю, это хуйня сломана, это не из-за меня. Дай я сниму этого красавца, блядь. Диман, да. Улыбнись камеру, пожалуйста, любимый. А можешь помахать ручкой? Помахай ручкой, Дим. Собачка сраная, блядь. Ладно, не сраная. Ой, пацаны, блядь, это вообще мажор ебаный. Устрой гадание. Блин, вообще еба, пацанам понравится. Давайте, сколько стоит шмот? Так я уже говорил, сколько у него стоит футболка, как минимум. Ну, футболка, да. Ой, браслет, говорил, сколько стоит? Я, или ты не говорил? Ну, я знаю, сколько стоит. Пацаны, сколько? Покажи браслет свой. Охуеть, бля, я такой, тебя не видно ни хрена. Дай я покажу. А он, кстати, мне на руку не лезает, бля. Вот, пацаны, такой браслет сколько стоит? Вот такой вот. Вот такой, блядь, эмиральный. Вот эта хуйня вот. 3-4 на брашку. Ебать, куда 500 тысяч? Давай, я смотрю прям ровную цифру. Вы близко, чуваки, кто пишет одну цифру. Я смотрю прям ровно, что было. Как называется лампа Эликса цветная? О, чел написал 23. Блять, улетело нахуй. Не успел. Ну, короче, 23 тысячи. Все, Дима, на тебя опубликовал красотку от тебя, блин. Спасибо. Пацаны, накидайте идеи для ТикТока. Ой, давайте ТикТок снимать. Давайте. Не, я пас, нахуй. I'm savage. Пури, Сари, Ревеш. Бля, бачу пашка красиво, охуеть. О, как бы закон свадьбы, пацаны, все это будет в ролике, который я хочу записать, когда приеду в Москву. У меня будет 2 ролика охуенных. Вот этот ролик, как познакомился, и еще один очень охуенный ролик. Это очень интересный будет ролик. Какой рост у бустера? Метр... Он даже как у нас, да? 1.85 м? Ну да, он такой. Просто он чуть это... Какой? Диман 1.85 м? Слава. А, Слава, нахуй. Я подумал, Диман вообще карапуз. Не хотел заняться спортом и хотел, братан, 100 лет, блядь, раз. Со скольки лет начал стримить? Наверное, лучше сказать, сколько я стримлю уже. 2 года. А? Ты беседу с Пашком создавал одну? Да. Еще? А нет, еще одну нет. Добавьте меня. Мне надо фулл состав ему скинуть. Смотрите.
А что там? Подожди, не трыгай. Надо понять это, и можно уже это делать. То есть уже можно... Так все равно Славу ждать. Нет. Прям так ехать, что ли? Да. Да блин, это хуй знает Славу, когда... Ну я лучше бы на Кадиллаке проехался. Не, я бы тоже проехал. Да мне вообще похуй, на чем ехать. Не хотел вернуться в Fortnite. Хочу, братан, жестко. Ты хочешь? За те времена дуло, нахуй, жесткий. Хочешь? Вернись. Не хочу. Блять, ну ты что-то не подыграл, нахуй. Ответь на вопрос, блять. Ответь на вопрос, блять. За сколько вы хату снимаете? Братан, не отвечу специально. 100 тысяч в день. Что? Что? С 14 или? Что с 14? Хуй знает, что с 14. Стримишь, наверное. Получается, да. Так, получается, да. Ну, вообще стримлю, блядь, у меня еще канал, блядь, старый, нахуй, сколько там было, блядь. Я думаю, это многие люди знают. Где бустер, где бустер? Он, блядь, отдыхает, спит и делает деньги, делает грязь и делает бабки. Я буду делать бабки. Бабки, бабки. Мы открываем бизнес. Мне 56 лет, рост... Мне 56 лет, рост 181 сантиметр, вес 85 килограмм. У кого какой рост и вес, молодые? Чё ты пиздёшь какой-то 56 лет, нахуй. Спасибо за 150 рублей, Влад. Спасибо большое. Thank you very much. Бля, как же лагать этот... Вы поняли. Ты донаты смотришь? Да, смотрю, братан. Спасибо за донаты. А, грязюку. Грязюку будем делать. Мы уже сделали. Мы, бля, все грязи были. Бля, мне вещей... Бля, я нихуя не купил. Я только вот шорты купил, охуй. Бля, шорты вот пиздаты, мне нравятся. Которые я купил. Они 5300 стоят. Я хочу изики. Все. Я хочу Силиш... Блядь, я прям сейчас пишу человеку, который мне должен изики. Я уже заебался ждать, я уже не могу, нахуй. Почему это таможня так долго? Я не понимаю, но это вообще бред, нахуй. Пожалуйста, скажи, что они уже у тебя, блядь, привет. Нет инфы. Инфы. Я завтра уже... Пацаны, есть только изики охуенные? Мне 14 лет, рост 85. Нормально. Видел монтаж, где ты... Не увидел, братан, сообщение, сори. У меня есть, есть. Красавцы, красавцы. Шеструга. Мострой. Угу. Почему строго говорят, что он там... Бля, ну я не могу. Что ж так улетает-то? Почему? Вилайн, здорово, братан. Это Вилайн? Угадал? Ну, ебать. Угадал, бля. Почему самурай такой... Жирный и громкий. Хорошая шутка. Какой сайз нужен? Нихуя тут чел, блядь, шарит уже сайзы. Там тыры-пыры, бля, вот это вот нога, вот это... Мне нужен 42.5 ru. А сколько это вот это U, вот это US, я не ебу. Go for the drop. Пойдем сейчас. Ты, Диман, все с кем пишешь? Опять с... Че смотришь? 9US. Ну, наверное. Передай привет Эвелонску. Чего? Эва. А, это Звездный Пони. Передай привет Звездный Пони. Бля, Звездная Пони 51. What's up? Хороший у тебя ник, братан. Не строго. Не забудьте сегодня у Арины Дере. Братан, мы не забыли. Спасибо за 150 рублей. Привет, пони. Приветики. Приветики. Посмотри, Райза. Посмотрю. Короче. Смотри, те. Ребятки. Димас, мы едем во сколько примерно? Ты будешь Славу ждать или мы едем сами? Так, где Слава? Слава, что ты? Слава, что мы там решили? Во сколько едем? Мне... ты специально... Ты специально хрюкаешь, как кабанчик. У меня нос забит, чуваки, очень ёбнулись. Специально хрюкаешь? Слева Орехуми сидит. Чё? Для меня? Я не знаю, что такое Орехуми. Что строго
Это Илюха? Илюха давно не спит, если что. А, реально? Да. Он просто валяется на кровати. Илюха, здорово. Сколько на хрикаучи еще будем? Недолго, пацан. Мы будем делать бабки. Мы будем делать бабки. Корабль, бери слоу-мод. Модератор, уберите слоу-мод, пожалуйста. Ты и так чат не можешь прочитать, еще слоу-мод хочешь? Да похуй вообще, бля. Будем делать бабки, мы будем делать бабки. Мне кажется, строго сейчас я сделаю рекламу быстро. Ты успеешь постримить еще? Да похуй. Не будешь? Да давай постримишь, заебал ты нахуй. Если все пойдет нормально, то я там, наверное, можешь постримить. Мне кажется, там не получится. Посмотрим. Только пусть Вадь здесь. А Вадь долго будет, наверное, стримить. Или после Вани. Мы будем делать бабки, мы будем делать топки, топки. Бля, какой у меня пароль? Блядь, ну сука, ебал. Сейчас, сейчас вообще движухи нету, вообще зачем? Ебал эти пароли. Так, да. Так, если поговорить. Да сука, как этот пароль терпится? Вечером... Или там Ариночка будет, девочки всякие. Бля, какая же ты, сука, клава конченая, я ебал в рот. А, заебись так. О, Бусин написал, сейчас выезжать буду. Слышишь, Димасик? Знаешь, что рифмуется под слово Димасик? Бивасик! Я уже придумал, это я уже к нему 100 раз писал в чат. Все, пацаны, слава лети к нам. Так что, блядь, все, можно сейчас уже будет... так, что у нас в Инстаграме тут, блядь? Надо, бля, надо фотку все сделать. Диман, надо, надо фотку сделать все вместе. Да, точно, точно. Нужно. Мне хотя бы, мне вообще ни одной фотки не загрузил в Инстаграм, блядь. Нихуя ты красава, блядь, Диман, я тебя вообще красава, уважаю тебя, слышишь? Ну все, красава, блядь. В Питер поедешь, Диману? Бля, конечно, нахуй. Диман, при... у тебя есть что? У тебя есть поспать там где? Да. Там тоже есть чем заняться, там есть интересные движухи. Так... А климат там заебись? Ну, климат... Летом, летом. Сказал, тихо, тихо, блин. Бля, ебать, я долбоёб. Я что-то положил и забыл. Летом, летом. Меняется погода по-разному. Можно подгадать на 4-5. Понятно, понятно. Поиграйте в Донетки. Но это уже не сейчас, пацаны. Мы уже точно не успеем, даже если будем, блядь, играть что-то. А как теперь... что такое Донетка? Ой, блядь, Вячеслав, хотелось бы съесть. Что я врубил, нахуй? А как мне, Ванёк, слышишь? Сейчас прикинь, ты сцену с порнухой просто открываешь, и там начинают ебаться все. Давайте фантазии. Ну, мы будем делать бабки, мы будем делать бабки, бабки. Вот, посмотрите, как лагает. Вот как вообще хоть что-то делать? Охуеть. Так, все, вот это мы вырубаем нахуй. Так, так. Срока, сделай мне бабки, пожалуйста. Скажи, что мне открыть. Давай, жду. Давай, жду. Сейчас, пацаны, чат на телефоне открою. Слава, ой, блядь, Ваня, что открыть? Мышка беспроводная? Дай. На. Показываю. Давай. Бля, только не сли меня за 5 минут, нахуй. Да какая хуй разница? Отключить напоминание об обновлении. Мне не надо, блядь. Передай мне привет. Здорово, братан. У строго маленький писюнчик. Я не ебу, брат. Самурай. Где самурай? Блядь. У Ликса можешь пройти. Куда поехал бы с ребятами, на море или на лыжи? Скорее всего, на лыжи, потому что на море я боюсь купаться. Все, иди нахуй, блядь. Ты мне 2000 оставил, блядь. Ты мне 2000, сука, оставил. Ванёк, с тебя 6000. Пошел на... Я тебя поднял. Да, спасибо, поднял уже нахуй. Дай мне отсосать. Без проблем. Промокод кровать 3 с пополнением. Согласен, согласен, пацаны. Кто будет промокод в форс-дропе, пацаны, будет безумная поддержка. Спасибо вам огромное. Стримьте в инсте. Ну, когда поеду на Кадиллаке, я вас врублю стрим в инсте. Что-то, бля, просто под музон, по флексим. Нахуй. Поэтому, пацаны, ожидайте, бля, трансляшн алертов в инстаграме. Залетайте все в мой инстаграм, пацаны, лайки, ой, килайки, бля, подписывайтесь. Вот, там будет все за... Ебать, коэффициенты на фейле просто ебнутые, нахуй, дядь. Даже меня все за, я хочу нормально, нормально. Ну и дядь меня, на дип... Диман, вчера сколько Слава скрафтил вещей? Два? Две? Да. Нормально. А сколько примерно Слава подрубит? Как приедем туда, к Пашку, сразу и подрубит Слава.
Я так понял, где-то в часа два. Потому что... А далеко, да, далековато ехать, да, к Пашку? Где-то минут 30, наверное, 40. Не? Да. То, что Пашок, ну, короче, там где-то. Он аудюху продал или Кадиллак в аренду взял, пацаны? Он взял... Это вообще можно говорить? Не знаю. Не, не буду уж. Если Слава захочет, сам скажет. Я, типа, не буду. Блядь, вдруг я что-то не то пиздану сейчас. Ну, короче, он Кадиллак взял на прокат, типа, аудюху он не продавал. Он ничего не продавал, чуваки. Он у него стоит просто на во дворе. А на Кадиллак ездит, потому что он взял его на прокат. Ну, да. 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 1.5, давай, лети нахуй. Заебись, бабки. Фри бабки, нахуй. Где узнал о Шувале? Где узнал о Чего? Какой Шувалде? Что это такое? Посмотри этот клип. Я не буду смотреть клипы, пацаны. Где узнал о Шувале? Что такое Шувале? У меня третий чел уже пишет. Как твои родители относятся к тому, что ты материшься, как твои родители? Брат, хуёво они относятся к этому. Паша Рикиди, который. Да. Пашок. 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 Исполнитель, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Это авторская песня, пацаны, наверное, да? Бля, я врубил вот это. Мы будем делать бабки. Почему лагает? Потому что у меня компьютер, нахуй, с ним вообще пиздец происходит. Пашок. Авторская песня, ага. Ну, типа, это не получится врубить ее. Карат, с какого города? С Рузаевки, пацаны. Ёбнутый. О, нихуя, семёра выпала, слышишь? А вот и камбэчная, нахуй. Лагает жесть компьютер. Давай Кадиллак на стрим. Окей. С вами пообщаться как-то можно? Ну, если случайно встретишь на улице, типа, мы не откажем, типа, от фотки или чего-то такого. Это чё вообще, это бот, что ли? Это как на каком-то сайте вот эти штуки. Я где-то это видел уже, слышите? А ты скрыл аватарки просто. А, да? Да. Я даже не знал. Блять, я сейчас, сейчас я чувствую солью. Все, ладно, опять ставим. Ебаный сыр, Гока Вилкинга ко мне. Да, конечно, пацаны. Пацаны, кто играет на фейле, вы можете здесь ввести промокод Карвай, вы получите 5% пополнения, но вы можете просто его ввести, даже не пополняя бабки. Вот, поэтому, пацаны, спасибо вам огромное, кто поддерживает. Безумно приятно. И также на фронт-рэп, пацаны, кто выводит, тоже спасибо вам. Сука, 2-3, нахуй, блядь. Спасибо, чуваки, огромное реально вам за поддержку. Вы самые топовые. Если бы не вы, нахуй, тут бы мы не сидели. Правильно? Правильно. Почему у Ликса в инсте вместо русского флага флаг... Я не знаю, пацаны. Приятного аппетита, Дима. Будет правда ли действие? Без понятия, чуваки. Это все у Славы будет. Я не знаю, что они там подготовили. Я не читал даже, что Паша кидал. Типа... Там будет правда ли действие, Диман? Не читал? Я просто... О! А вот и пятера нахуй словилась, блядь. Сосать, блядь. Сосакать. Оцените ник. Братан, жесткий ник. Читать его не буду, нахуй. Рикиди на ЛБ или ПБ? Я не знаю, что это такое. Во-первых, блядь, и я не отвечу все равно на такой вопрос даже. Я просто даже не знаю, что это ты вообще за вопрос задал. Амоник оцени, у тебя вообще ебнутый. Пром будет, братан? Промо будет. Хорошо, я сейчас скину через 5 минут его. Блядь, опять эти ебаные школьники. Блядь, как этот чел заебал уже. Ты, дядь, вообще просто заебал реально. Вот тебе самому уже не доело это писать просто каждый день? Ой, блядь, чувачок, блядь. Не понимаю, почему этот Твич не может решить, но это вообще, это бредово, нахуй. Просто, блядь, каждый день этот чел заходит и пишет, блядь, голая школьница, нахуй, голая школьница. Это вообще пиздец. Осуждаю, блядь. У меня все лагает. У меня жесть как лагает. КСФЛ, форсдроп, пиздец прям. Я думаю, у вас видно, потому что посмотрите, как лагает у меня, ой, жесткая игра. Из-за компьютера. Компьютер очень сильно лагает. Добавьте в ТГ. Бля, надо было, слышь, реально ТГ сделать фрикаус, нахуй. Ой, ебать! Я еще пятеру словил, охуеть, это сколько у меня сейчас уже? Ебать, я... Это же сколько ставил? 22 бакса? Охуеть. Нормально, блин. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы будем делать тапки.
Во сколько завтра стрим? А, это уже не ко мне, ребятки, это уже не ко мне, блядь. Завтра стрима у меня не будет. Завтра last день, и я уезжаю, скорее всего. Но это не факт, конечно. Я тоже еще билет не взял. Диман, ты когда вообще хочешь уехать? Хочешь переехать в Саранск? Нет, Саранск не хочу. Хочу переехать в Калининград. Это не из-за Илюхи, не из-за чего. Просто я хочу туда, потому что мне нравится сам город. Это чей дом? Эксайла? Это, да, он купил себе... Блядь. Сай, можно постримить? Вот я не понимаю, вот, братан, ну, типа, ты когда пишешь, вот, ну... Хз, братан. Ну, просто я не знаю, это как-то очень странно, типа... Мы, конечно, могли кого-то брать, но это, понимаешь, это, ну, это физически невозможно всех позвать. Если одного позовешь, будет другой недоволен, понимаешь? Это должно быть именно в компании нашей, понимаешь, братан? Вот. А почему писать не будешь? Про что ты, бага, не понял немножко? Какой писать? А, скиньте кто-то Инстаграм в этот в чат, я хочу посмотреть, сколько у меня там подписчиков. И... Просто я залогинен в Инстаграм Славы тут, на этом компьютере. Да как же компьютер лагает, это вообще жесть. Посмотри донат. Какой вес у Строгова? Вес у Строгова... без понятия, какой рост у вес у Самурая. Блядь, у Самурая 49 килограмм вроде, а рост 175, что ли? Ну, что-то такое, короче. Ну, там, плюс-минус, короче. Так, почему лагает? Потому что очень сильно лагает компьютер. Я не знаю, вай, блядь. Спасибо, пацаны, кто подписался на Инстаграм. Там будет много контента еще, наверное. Низ камеру, пожалуйста, любимый. Бля, посмотрите на эту... Ну, бля, посмотрите на эту даму. Просто гляньте, да. Ну чили, сиди, блядь, вообще фул нахуй. Помахай ручкой, Дим. Кровать, сколько тебе лет? Мне 18. Почему ты был грустный в первый день? Братан, потому что я уже это объяснял 100, братан, раз. Я не спал перед уездом 24 часа. Поехал, я заснул в поезде на час один. Приехал в 8 утра. С 8 до вечера я сидел просто нахуй битый. Я просто не выдержал и пошел спать, потому что я просто чуть не сдох нахуй. Как спится? Спится охуенно, потому что мы очень допоздна гуляем, и спится прям заебись. Типа, нет проблем с соном. Ты, типа, приходишь и засыпаешь за минута 3. Ну, потому что мы приходим там в 4-5 утра, типа, такого. Ты сколько поспал сегодня, Диман? Я или ты? Ты сколько поспал? Часов? 5 часов. 5? Чё-то как-то мало, я больше поспал тебя. А, ты встал, потому что раньше, блядь, я дебил. Ну я 6 часов поспал, дед. И в 11 меня разбудили. Это я где-то в 5 лег. Ну да, 6 часов спал, короче. Где-то примерно 6 часов, чуваки, спал я. Диман примерно 5. Жаль, вы с Ликсом не обзываетесь, как в РЛ. Да не, пацаны, это... Кринжово выглядит, блядь. Ебать, нихуя мне выпало шалява, блядь. Модная шалява, эй, на башке банан. Вычелуй прад. Черный бенз, не лада. Ама Севердж. Гинцуха ТТ выложила. Опа, она значит онлайн. Это заебись, надо написать ей. Наталья Бердникова. Натали. Чекни личку позже, я написал тебе насчет изиков. Хорошо, братан, посмотрю. Мы делать будем бабки, мы делаем добни. Все, пацаны, короче, давайте я промо... Еще все деньги слил нахуй. Смотрите, я до 3 жду. Если не сливаю, то все, какая нахуй. Я жду до 3, мне похуй, мне поебать. 3 будет 100% сейчас. Если не будет, то я, блядь, в рот ебал Габена. Который бежит. Бля, главное забрать, у меня лагает жесть, нахуй, компьютер. Димас, нахуй. Ебать! Я 100 баксов на 3 поставил, и 3 выпало. Сосать, нахуй, сосать мои яйца, блядь. Изи бабки, мы будем делать бабки. Так, значит, Слава едет, то никто стримить не будет, правильно? Ну да. Так, все, контракт ебнем.
Мы будем делать бабки, мы будем делать тапки. Пацаны, кто хочет меня поддержать, можете зайти на CSVL либо на Force Drop. И если вы играете на Force Drop, то можете писать промокод Коровай, получите 30%. А если вы будете играть на CSVL, вы получите 5% пополнения. Но на фейле можно сразу же написать, типа, просто Коровай, чтобы у вас было именно, типа, я уже был у вас вот здесь, вот в рефералах, вот. Все, поехали, я вам сейчас промокод раздам, который мне нужно создать. Так, где тут создается? Сюда, сюда, сюда. Ну и 500, ой, до 500 юзов получается. Так, 500 юзов, пацаны. Ой, блин, не туда. Вот так вот. Название Каравалликс, нахуй. Каравалликс, блин. Создать, нахуй. Все, пацаны, вам нужно его ввести. Смотрите, вот этот промокод. На халяву, можете ввести, вот он. Можете его ввести вот сюда, вот. Заходите вот сюда, вот. Бонус нажимаете. И вот сюда вот этот промокод, который я вас скинул, вы получаете небольшую такую халявку, пацаны. Вот, так что всем, блядь, удачи, нахуй, в розыгрыше, блядь, так сказать. О, нихуя, пятёра, я сколько закидывал? Ладно, похуй. Давайте я вип-кейс откроем. Не, давайте арену откроем, блядь, кейс. Когда арена будет стримить? Не знаю, пацаны, блин, если она врубилась бы сейчас, было бы идеально, я бы хост кинул бы и пошел отдыхать. Будем делать бабки, мы будем делать бабки. Кстати, я нихуя не закинул на файл, это остались бабки с того дня еще, когда... Я стримил, это, кстати, пиздато. Я сейчас поднял 30 баксов, я, наверное, этот ножку выведу. Будем делать бабки, мы будем делать тапки. Бля, как же лагает у меня все, пизда. Бля, если пятерка еще выпадет, все, тогда 100%. Все, нет. Бля, может рискануть, сука, или не рискануть? Ну, 1.5 поставит, пацаны, этот нож или нет? Вот, сука, надо было ставить, блять, козел я ебаный, бля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, что у нас там есть вывести? Будем делать бабки, мы будем делать тапки, мы будем делать тапки, мы будем делать бабки. Да можешь рискануть, типа, похуй, блядь, все равно бабки были еще с того дня. Ну ладно, похуй, давайте, 1.5. Если не выпадет, значит, блядь, так надо, нахуй. Будем делать бабки, мы будем делать тапки. К сожалению, проебали мы все бабки, нахуй. А где чё, мышка нахуй так лагает? Да блять, что с компьютером нахуй? Все, мы проебали, пацаны. Так, еще раз скажу, объясню, как промокод ввести. Вот сюда вот промокод вводите, который я кидал в чат. Чтобы вот этот, короче, промокод на халяву. Ой, пацаны, короче, всем тогда пошел. Не знаю, что, пойду отдыхать, пока Слава едет. Через 15 приедет только. Вот. Пацаны, кто хочет поддержать, вы можете зайти на CSVL, на Force Drop, ввести промокод Каравай. И, пацаны, кому не впадло, можете, пожалуйста, зайти на CSMoney. Я всю стату проебал на CSMoney, просто всю стату проебал. Кому реально, пацаны, не трудно, буду безумно благодарен, если вы зайдете на CSMoney. Я просто на CSMoney, блять, всю стату проебал свою, нахуй, которая была у меня. Просто всю стату проебал. Макриски подрубил? О, давайте я тогда и Рома захочет, если Макриски реально подрубил. Рома подрубил реально, пацаны, или нет? О, подрубил, все, Рома, тогда хостим, пацаны. Тем более я Москва, что сегодня стримить не буду, я еще наебал его нахуй. Так что по-любому захостим его сейчас. Будем делать бабки, мы будем делать тапки. Ну когда я тебе наушники надену? Чуваки, короче, всем огромное спасибо, кто поддерживает, нахуй, реально огромное вам сэнки, нахуй, кто заходит на фейл, на фордроп, промкод вводит. Спасибо вам огромное, чуваки, реально безумно приятно. Завтра уже, скорее всего... Ой, нихуя сам себя слышу, блин. А зачем? Че, блин? А я звук вообще буду слышать? А, да, буду. Все, чуваки, короче, всем огромное thank you very much to for the сегодняшний стрим. Сегодня будет только Слава стримить. Вот, поэтому, пацаны, пойду я отдихать. Рейд. А, Макриски написал уже, да? Все, да. Все, чуваки, залетайте, короче, к Макрискому. Спасибо вам огромное, кто заходит на фейл и на форс-дроп с промокодом. Подписывайтесь на Инстаграм. Когда мы поедем со Слабой уже в машине, я запущу там трансляцию в Инстаграме, поэтому, блядь, не забывайте. И заходи на CSMoney, пацаны. Все. Всем огромное спасибо. Залетайте, короче, кроме на стрим, пишите ему что-то приятное, потому что у Слава. Ой, у Макриского трудный период, так сказать. Все, пацаны. Залетайте, короче. Все, всем удачи, пацаны. Я улетел. Пока. Ой.